Если ты глава государства, если ты директор там Центробанка, если ты, ну, это твоя действительно большая проблема. А представь себе, что ты, не знаю, живешь в лесу, живешь, вот индейцы, да, 10 тысяч племен, они знают что-нибудь там про это? Они знать про это не знают, да? Но при этом вот... Ну, потому что они независимы. Да, от обстоятельств, которые им предлагаются. Или какие-нибудь американцы нам говорят, американский образ жизни. Да он в один день все, сколько бы ни имел, будет нищий. Все. В один день. Потому что у нее нет своей машины, у нее нет своего телефона, у нее нет своего дома. У нее... Это все кредитная линия. И он лишился работы, и все. В один момент у него все забрали в картонную коробку. До свидания. Так вот, как бы современная цивилизация и засовывает, пытается тебя засунуть сначала вверх, чтобы оттуда кинуть в картонную коробку. Там, в любой момент. А ты говоришь, нет, смотри, у меня вот это есть, вот это есть, вот это. То есть у меня есть минимальный, достаточный, не связанный только с предметным миром, а с моими навыками, с моими умениями, знаниями, отношениями к миру, друзьями настоящими и так далее. То есть вот необходим вот этот, вот это, когда ты себя инвентаризируешь, то это одна из важных опций. А что у меня есть такого настоящего? Вот настоящего, а не делого. Но у меня сейчас меняется социальный статус, или я стану инвалидом, или, значит, ну, хоть что. И куда денется вот это или вот это? Или пожар там, или... Ну, опять так, проигрывание. Да, да, проиграл ситуацию. Слушай, вот это вот минимальная зависимость, это и есть путь воина, собственно говоря, да? Это не значит, что путь воина это с двумя окровавленными железками, значит, он там всех рубит и куда-то прется. Нет. Он не боится подумать об этом, об этом, об этом и принять какие-то шаги, которые минимизируют степень потенциального ущерба или там увеличат комфорт. Например, что продукты подорожали, наверное, знает моя жена. Да? Не наверное, а точно знает. Там еще за что-то знает кто-то другой, еще за что-то кто-то другой. Но, значит, стали дороже продукты, стали дороже мои услуги. Например, да, это никак не отразилось. Но у меня должны быть такие незаменимые услуги, за которые все равно заплатят при любых обстоятельствах. То есть такая квалификация, которая все равно вынуждена. А если я эксперт по безопасности и выживанию, то чем хуже, тем у меня дороже. Да? Логично. Ну, например. Да. Поэтому вот это и есть общая инвентаризация. Не какая-то частная, а привязанная. То есть у меня есть такой-то навык. Этот навык позволяет мне вот что для дома, вот что для семьи, вот что для общества, вот что для мира, например. И так далее. То есть твоя востребованность, да, твои коммуникации должны вот таким образом быть инвентаризированы и понятны. Да. Минимально быть зависимым от внешних обстоятельств любого рода. Вот подумать, что имеется в виду, да? Наши дедушки и бабушки каким образом это решали? Шпицки, соль, там, не знаю, порох, там, что там, да? Свечи? Ну да. Да? Например. Все остальное могу сделать сам, своими руками, там, и так далее. То сегодня это может быть, не знаю, что там, батарейки, там, аккумуляторы, я не знаю, да? То есть тебе понять точно так же по людям, точно так же по специализации своей, по состоянию своего здоровья, по тому, что может произойти. Вот знаете, когда люди фантазируют и говорят, вот случится сейчас тут такое, может случиться. Поэтому мне надо сейчас запасаться. Вот это, вот это, вот это. А другой говорит, а чем мне запасаться? Приду да отниму у тех, кто запасся. И качаются. Да, да, и качаются. Третий, значит, линяют куда-нибудь, да. И вот каждый находит какие-то разные варианты. И существует ли какой-то идеальный? Нет. Потому что нужно и то, и другое, и третье, и четвертое. То есть должен быть и какой-то минимум, и какая-то опора, и надежда на кого-то. То есть вот давай мы вдесятером соберемся, значит, нам нужно не только, значит, что-то потреблять, да, а еще это ресурсы эти пополнять, а еще эти ресурсы защищать. А какие такие ресурсы? Это не только шкафчик или медикаменты, да? Это родные, близкие, друзья и так далее. И ты говоришь, я вот сейчас такой бункер сделаю, все, тут с оружием, друзья, все приедут со своими охотничьими ружьями, все. А когда женщины с руками, с детьми на руках к вам пойдут, скажут, пустите. Пустите или не пустите? То есть вопросов возникает всякое там, и моральное, и психология, там, и прочее дело. Вот поэтому, даже глядя какое-нибудь голливудское кино, думаю, а как я бы вообще в этой ситуации? Так вот, в этом смысле мне, там, как специалисту по выживанию, легче всего выживать одному. Я знаю, что взять, куда уйти, и все, я буду в шоколаде. Но у меня есть жена, дети, внуки, родители. Там, значит, и ты уже начинаешь считать не в расчете на свою толстую кишку, значит, что и как мне нужно будет сделать. Вот поэтому вот, предвидеть это имеется в виду. Такое изменение любого статуса, любой ситуации, погоды, не знаю, да? Готов ли ты? Вот ханты говорят, природа спросит, и надо быстро ответить. Сегодня очень динамичный и быстро меняющийся мир.
очень динамично и быстро. И нам, я лично считаю, что очень повезло, что мы там русские живем в России. Это и по всей таблице Менделеева, и по территории, и по культурным кодам, там, и по, ну, почему угодно. А вот такие вот всякие маленькие, какие бы они ни были, офисные, вот там ничего нет, ничего не будет и ничего не смогут. Чуть-чуть изменятся парадигмы социальные, и все. Вот пошли там, не знаю, беженцы в Европу, и все. Ответа нет. Да, еще немножко, и все. Ну, как бы, исламская, без оценки, хорошо или плохо, вот Европа станет другой мир. Да.